Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снимаю для вас вторую часть моих запасов уходовой косметики. И в этой части мы поговорим о продуктах по уходу за телом. Различные посмотрим гели для душа, лосьоны, баттеры, кремушки, скрабы и так далее. Всем желаю приятного просмотра, запаситесь чем-нибудь вкусненьким, потому что ролик будет длительный. Итак, начну я с гелей от марки Avon. Первая у меня это линеечка Senses, парфюмерная коллекция «Нежная любовь Парижа». Они, получается, уже это оформление из каталога убрали, сейчас новое. Но это вот у меня еще старичок остался с ароматом розы, ириса и нотами янтаря. Здесь у меня объем 500 миллилитров. Так, вот так вот мы с вами сделаем сейчас. Далее гель из этой же линеечки Senses, сливки и какао, крем-гель для душа с ароматом какао и мускатного ореха. Я здесь не буду говорить, кстати, о каких-то свойствах гелей, ароматах и так далее. Здесь я просто вам показываю, что у меня есть в запасах. В общем, перечисляю. Этот ролик, наверное, будет не информативный, скорее всего, просто как развлекательный. И да, здесь я показываю только то, что у меня находится по уходу за телом именно в запасах. Что я брала в уходовую косметичку на месяц январь, естественно, я не показываю, потому что какие-то продукты ждут, когда я возьму их в использование, какие-то уже используются, ну, то есть смысла нет. Вот, потому что со дня на день я начну ими пользоваться. А это вот то, что у меня действительно стоит прям в запасах на длительное время. Еще старички в моей коллекции от Avon, которые также стоят в запасах. Опять-таки, это уже некоторые линеечки снятые. Средиземноморские приключения линейка «Моменты безмятежности» с ароматом лимона и черной смородины. Да, не обращайте также внимания на мои руки, они у меня краснющие ужасно. Вот, потому что аллергия на холод, я уже не раз говорила. У нас похолодало, и, в общем, руки мои опять вспомнили о том, что у них имеется аллергия. Далее коктейльная коллекция Кир Рояль с ароматом малины и черной смородины. Цветочная коллекция Весенний букет с ароматом бергамота и жасмина. Освежающая коллекция Абсолютная чистота с ароматом белого мускуса и листьев бамбука. Этот я хочу оставить на лето, либо вот на весну. Ну, в общем, когда захочется, знаете, более таких прям свеженьких ароматов. Полинезийский рай, побережье гибискуса, гибискус и маракуйя. Дальше релакс-терапия, линейка восстановления и расслабления с ароматом эвкалипта и камфоры. Такой гель у меня, кстати, был, это вот второй остался, и они также перевыпустили. Так, что у меня тут еще? Лимитированная коллекция имбирный пряник. Тоже это у меня второй, один закончился с горем пополам. Ну вот, еще один остался. Так, далее уже, скажем так, перевыпуск, да, компании Avon, новые линейки. Давайте смотреть. Вот такая линеечка. В общем, читать я не буду. Вот так называется. Какая-то молочная коллекция. Расслабляющее овсяное молочко и василек. Тоже на весну, наверное, оставлю. На лето. Изысканные сливки и какао. Вот знаете, слушала аромат этого геля и вот этого вот, да. Вот тоже сливки и какао. Мне кажется, это одно и то же, просто оформление на новогоднее сменили и упаковочку сделали прозрачной. А так, мне кажется, вот это и это один и тот же гель. Далее из этой же серии соблазнительные кокосовое молоко и малина. Эти все три геля имеют кремовую текстуру. Не текстуру, а консистенцию. Дальше морская лагуна перевыпуск с ароматом фруктов и мускуса. Вот такой классный у меня. Это уже второй домашний очаг с ароматом гвоздики и древесины. Прям вот, знаете, такой согревающий. По-моему, это в прошлом году выходила серия. Но могу, конечно, ошибаться. Это уже для мужчин экстремальный заряд
Два в одном. Шампунь, гель для душа с ароматом грейпфрута и кедра. Не знаю, будет ли пользоваться муж, но пока вот стоит в запасе. Так, еще один гель. Истинная роскошь с ароматом белого персика и ванильной орхидеи. Он уже с кремовой консистенцией. Малиновое удовольствие с ароматом малины и черной смородины. Так, вот как раз таки перевыпуск. Релакс-терапия с ароматом эвкалипта и камфоры. Цветы пустыни для мужчин. Два в одном. Шампунь-гель с ароматом колючей груши, груши и пачули. Из мужской линейки вот такой вот красавчик. Тропические джунгли с ароматом шалфея и сандала. Далее, также у нас мужской два в одном. Бодрящий океан с ароматом морской свежести и мяты. Такие прям ароматы, мне кажется, классные будут. Сама тоже буду с большим удовольствием их использовать. Так, свежесть океана с ароматом листьев, бамбука и мускуса. Так, тропический рай, кремовый гель с ароматом кокоса и цветка тиаре. Это, мне кажется, тоже перевыпуск. У них что-то подобное было. Так, сочный взрыв с ароматом клементина и имбиря. Апельсиновый твист с ароматом апельсина и жасмина. Вот такой красавчик, фламинговый закат с ароматом розового ананаса и франжипани. Нежные мгновения, крем-гель для душа с ароматом яблока и ландыша. Тоже у них там что-то было с ландышем. Мне кажется, это тоже перевыпуск. И гель «Счастливые моменты» с ароматом фрезии и граната. Тоже у них какой-то был аромат, по-моему, назывался «Счастье». Так что это, мне кажется, тоже перевыпуск того аромата. Это все мои гели от марки Avon. Больше ничего нет. Теперь давайте покажу вам гели от марки Nivea. У меня их всего три. Первый — это с арбузом, мятой и кокосовым молоком. Далее с абрикосом, манго и рисовым молоком. И еще один здесь у нас малина, блюберри, это что? Черника, голубика и альмонд. Это у нас миндальное молоко. Так, дальше от марки Seven Days. У меня есть гель с ароматом любимой жвачки. Вот как-то меня продавец на Валберес, в общем-то, кинул. Должны были прийти два геля. Там, по-моему, за стоимость 300 рублей, что ли. Но в итоге пришел только один. А должно было быть вот этих два. Ну, ладно, что поделать. Далее, марка Деликея. Есть у меня гель из йогуртовой коллекции «Лимонный десерт». Так. И вот такой гель. Тут что-то у меня даже скотчем закрыто. Вот я, честно говоря, даже не помню, сама покупала или в подарок кто-то подарил. Деликея, йогурт, маракуйя и манго. По-моему, сама покупала. Вот. Так, гели для душа от марки Dolce Milk. Первый, я думаю, многие знают. Раньше это прям вкусняшка на Ютубе была, легенда. Это, в общем, у нас клубничное печенье с... Или там что-то печенье с клубничной начинкой. Вот, да, вот так он раньше назывался. Потрясающий аромат, так что хочу его в ближайшее время взять в использование. У него аромат просто шикарный. Наверное, весной возьму. Далее, из мужской линейки Dolce Milk Men. Гель для душа, шафран, красный апельсин. Даже как три в одном идет и для тела, лица и волос. Но я поставлю просто как гель для душа. Для волос я не думаю, что муж будет использовать. Хотя, кто знает, мужчины — это у нас мужчины. У них одно средство для всего. Так. Далее, текила, лайм, соль. Гель для душа.
и табак и ваниль. Слышала на него положительные отзывы. Иришка Фор Юлия говорила. Ириш, приветик, если смотришь. Вот мне тоже очень понравился аромат этого геля, так что я думаю, и муж тоже будет с удовольствием использовать. Я ему давала слушать этот аромат, он сказал, что да, очень приятный. Я, конечно, не очень люблю аромат вот этого табака, дыма вообще, в принципе. Но у меня муж курит, поэтому ему этот аромат, в принципе, зашел. Идем дальше. От марки Балеа гель для душа. Вот такой. Я не знаю, как он правильно читается. В общем, что-то тут у нас с цветочками. Вот такой вот красивый гель. Далее, опять-таки, марка Балеа. Тоже просто потрясающее оформление. Оставлю по-любому на лето. Он у нас идет с охлаждающим эффектом. Рекомендован после купания в бассейнах, море, длительных солнечных ванн, посещение солярия. Вот, так что, ну, солярий не светит, море, наверное, в этом году тоже. А вот в речке где-нибудь, наверное, покупаемся. Так, также марка Балеа, вот такой гель для душа. У нас тут баттер-молоко. Лайм, лимон, кремовый гель для душа. Вот такой вот. И от марки Исана лимон лайм получала в подарок от Маришки. Мариш, спасибо тебе огромное. Вот он гель в запасиках. Летом возьму в использование. Цитрусовые гели я обожаю. Идем дальше. От марки Акс. Тоже гель 2 в 1. Мгновенная свежесть. Можно и как шампунь использовать, и как гель для душа, естественно. Здесь у нас какая-то вот наклейку наклеили. В общем, морозная свежесть с ментолом. Так, еще один тоже свеженький. Свежесть океаном Акс. Морские минералы с дикой мятой. Ну, наверное, этот вообще вот эти вот мужские я поставлю потом в использование мужу. Ну и сама так немножечко буду у него брать, тоже пользоваться. А дальше. От Акса свежесть лайма и грейпфрута, бодрящий детокс. Думала, что аромат будет потрясающий, но он мне как-то не очень понравился. И мужу тоже давала послушать, тоже сказал, что аромат не очень. Вот. И, в общем-то, говорит, сама пользуйся. Ну, посмотрим. Может быть, конечно, немножко повыделывается, но все равно пользоваться будет. Так, и эпичная свежесть. А здесь яркая свежесть грейпфрута и пикантность кардамона. Вот такой вот маленький гель. Здесь всего 100 миллилитров. По-моему, я его заказывала в подружке, если не ошибаюсь. Далее, от марки Bio-C. У меня остался один гель. Это уже тоже снятая линейка в компании Faberlic. Так, тут у меня аромат сахарная вишня. И с экстрактами морских водорослей. Приятненький такой аромат, но пока еще в использование что-то я не взяла. Далее от марки Palmolive. Вот такая выходила новинка. Это гиалуроновая кислота и алоэ. Буквально вот недавно, по-моему, осенью приобрела я Магнит Косметик. И вот такой мне приходил в подарок от Мариночки. Это линейка Superfood Palmolive. Ягоды асаи и овес. Очень приятный аромат. Это кремовый гель. Мариш, тебе огромное спасибо. Так, и еще один гель. Тоже покупала в магазине Магнит Косметик. Миксит. В общем, здесь у нас бодрящий гель для душа с ароматом шоколадной мечты. Вот, так что буду пробовать. От марки Чистая линия у меня очень много было раньше гелей для душа. Сейчас что-то как-то осталось мало, всего два. И первый это Чистая линия, сладкая клубника и мята, питательный крем-гель для душа. И второй это персик и миндальное масло, смягчающий гель для душа. Тоже можно их приобрести в магазине Магнит Косметик. Девчонки, я извиняюсь, приходится делать паузы, потому что просто надо откашляться. Кашель душит, уже больше месяца не проходит. Я уже не знаю, уже всем, чем только можно, лечилась. И вот все равно у меня это все осталось.
Далее от кафе Мими Суперфуд. Два геля для душа. Малина и зеленый чай. Что-то так свет у меня как-то странно падает. Вот, малина и зеленый чай. А второй голубика и можжевельник. Вот, два таких геля. Далее от марки Organic Kitchen. Гель увлажняющий с манго. Далее Berry Splash. Вот такой Organic Kitchen гель. И лимонный макарон. Гель для душа Organic Kitchen. Девчонки, у меня здесь в кадре уже практически не осталось места, поэтому я сейчас все эти гели уберу и будем выстраивать новые. Продолжим мы с вами гелями для душа от компании Faberlic. И начну я с больших. Вот такой у меня есть земляничный гель для душа. Раньше у них был, но потом там что-то они сняли, земляника, клюква был. И вот такая вот новинка замечательная появилась. Здесь у нас объем 380 миллилитров. И шампунь у них, кстати говоря, есть с таким же объемом. Далее манго и папайя тоже был маленький, но потом вот они перевыпустили, уже большую такую бутылочку сделали. То же самое арбуз и дыня гель. Ананас и лайм новиночка. Далее Витамания также серия. Это черная смородина и голубика, по-моему. А, нет, черника. Вечно я путаю. Так, вот такой просто огромнейший гель. Я даже не знаю, сколько у нас тут. 400 миллилитров. И это у нас... Отдушка, божечки, не помню. А, облепиха и календула. Большой такой. И еще один гель. Липовый цвет. На него я слышала разные отзывы. Кому-то нравится, кому-то нет. Здесь цветки молодой сибирской липы. Я помню, раньше, когда болела, мне мама часто в детстве делала чай с липой. И прям очень хорошо помогал от горла. Далее линейка компании Faberlic. Я не знаю, как правильно на самом деле. Бонжорно или бонжорно. Если что, меня исправьте. Это у нас Бали. Здесь... аромат коктейль сочный из личи и франжипани. Такой у меня уже, кстати, второй раз. Он имеет очень приятный аромат. Далее гель Марокко. На него слышала прям положительные отзывы. Здесь мир апельсинов. Вот, так что пленительный аромат апельсинов. Обожаю аромат апельсинов в косметике. Если, конечно, он не химозный. Далее гель Япония. Так, здесь аромат японского лимона, приправленный терпкими нотами японского базилика шисо. Или шисо, не знаю. Далее Таиланд. Здесь аромат сладкий кокос и жизнерадостный ананас. Ну, считай, пинаколада. Далее гель Непал. Так, помыла руки, а то очень сильно сушит. Так, что у меня тут, ничего не понятно. Здесь аромат лотоса и сандала перенесет тебя в эту живописную страну. Так, далее это у нас Багамы. Два абсолютно одинаковых геля для душа. Здесь аромат спелого манго в сочетании с нежным цветком бананового дерева. Понравился аромат, поэтому взяла два, потому что часто бывает такое, что просто снимают с продажи какие-то, да, гели. И я, конечно, когда собирала ролик, чтобы снимать, в общем-то, да, вернее, собирала продукты, чтобы снимать ролик, я обалдела, что одного геля настолько запаслась, что прям запаслась так запаслась. В общем, я говорю о геле Бразилия. Уже многие говорили, что у него аромат просто один в один с гелем для душа от компании Ифраше кофе. Вот реально один в один. Как будто, я не знаю, из одной баклажки наливали. Ну, в общем-то,
Здесь аромат бразильского кофе с легким оттенком коричневого сахара, безумно приятный. И я просто так запаслась. Это вот у меня первый гель. Далее второй такой же. И еще два. Итого получается 4 геля. Вот, но зато можно теперь от компании Фраше гель с кофе не покупать. Идем дальше. Из новой новогодней вот этой вот коллекции компании Фраше 2 геля. Это зимний микс и морозные ягоды. Линейка «Я люблю зиму». Так, дальше. Из линеечки Beauty Cafe у меня 2 геля. Грушевое парфе и клубничный макарон. Клубничный макарон — это новинка в линейке Beauty Cafe. Вот буквально в декабре появились. Далее линейка Lovely Moments. Лимонный мармелад. 2 геля абсолютно одинаковые. Далее тоже эта же самая линейка. 2 геля вишневый лимонад. Так, что у меня здесь еще? Bubblegum. Тоже 2 геля абсолютно одинаковых. Уже был один такой, понравился. И вот я про запас брала еще 2, потому что бывает такое, что снимают с продажи. Но в этом году сделали перевыпуск. И мне кажется, гель один в один. Просто там немножечко цвет изменили. Ну, не немножечко, а на другой, в общем, цвет изменили. Но, в принципе, мне кажется, аромат тот же самый, что и был. Вот такой классный гель, мандариновый микс, тоже у меня уже был, но вот в запасе стоит, очень нравится. Далее, опять-таки, тоже, который был, это карамельное настроение, приятно пахнет ирисками. И еще один лимонный кекс, у него, конечно, химозный аромат, но я не знала, тоже покупала 2, потому что обожаю аромат лимона, ну и вот в запасе он у меня есть. Так, ну и раз уж я заговорила о новинках этого года компании Faberlic, давайте покажу сразу. Это у меня кокосовая мечта, 2 абсолютно одинаковых геля. Выходили они в детской линейке. Вот так указано, что детский гель для душа 3+, но ребенку я не буду в использование давать. Буду пользоваться сама. И вот то, что я говорила, Bubblegum, новый гель. Вот, видите, да, что просто разный цвет, а по факту аромат один и тот же. Далее, весенняя коллекция компании Faberlic. Интересно, конечно, что в этом году выпустят. Но в прошлые года вот у меня что-то закончилось, что-то осталось. В общем, вот такой гель для душа «Нарцисс». Далее, «Ландыш». Тоже уже не купить, в каталоге не появляется. Так, это у меня, по-моему, тюльпан. Да, это тюльпан. Тоже очень приятный аромат. И роза. Вот весной хочу их уже брать в использование, больше не хранить. И крокус. Так, еще вот такой вот гель. Story de Amour, там что-то было. Здесь у нас розовый кварц. Вот. Далее линейка Superfood смузи для душа. Вот такой у меня есть с ананасиком. Потом с ревенем. И с ягодами асаи. Еще в коллекции есть с гранатом и с авокадо. С авокадо мне нравится, с гранатом нет, кисловатый. Вот, поэтому у меня, в общем-то, 3 всего из коллекции. Далее марка Dove. Есть у меня гель для душа «Ритуал красоты» кремовый с маслом авокадо и экстрактом календулы. Это мне муж, по-моему, на 8 марта дарил. Еще у меня есть авокадо, мне присылала в подарок Мариночка. Огромнейшее спасибо. Здесь у нас тоже с маслом авокадо и экстрактом календулы, только немножечко другое оформление. Ну, немножко компания изменила. Скотч не отклеивала, вот, так что пока так. И еще у меня есть вот такой гель, покупала я новинку от марки Dove, с маслом миндаля и манго. Так, далее от L'Appetit Marseillais линейка Bio.
гель для душа с вербеной и лимоном органический. И от марки Космия гель с, в общем, вот с ароматом, что с ароматом полуничного пирога. Ну, наверное, вот с ароматом клубничного пирожного. Почему пирога, если по-русски пирожного? Ну ладно, не суть. Вот. От марки Джоанна у меня тоже есть гели. Вот такая линейка, не знаю, Натурия или Натурина. В общем, это гель с клубничкой. Вот такой вот позитивный, потрясающий. Далее линейка Sweet Care Джоанна с ароматом ванильного чизкейка гель. Вот такой вот красавчик. В подружке покупала. Это же линейка, но здесь уже марципановые конфеты. Так. Линейка Sweet Fantasy. Это у нас шоколад какой-то там. Гель для душа шоколад. Вот так вот. И линейка Sweet Care. Здесь аромат. Ароматный пряник. Вот такой вот гелик. От марки Fa у меня тоже гели есть. И в прошлом году были. Вот такой первый. Это Fa Man. Чувственный аромат кедр плюс винтажные виски. Так, и еще один Fa Man. Пробуждающий аромат эспрессо и мягкая кожа. Так, еще у меня есть расслабляющий лавандовый аромат, кремовый гель. Далее создай настроение, заряжающий фруктовый аромат. Так, здесь у нас тонизирующий цветочный аромат марка Fa. И Fa Pure Paradis, освежающий аромат кактус и бамбук. Так, снова сейчас я освобожу, в общем-то, пространство и уже посмотрим последнее, что у меня осталось. Компания Yves Rocher. Первый гель для душа у меня — это лесная земляника, думаю, знакомый многим. Обожаю этот аромат, здесь объем 400 мл. Далее вот такой с органой и розой я получала в подарок от Кристины. Большое тебе спасибо. Дальше в общем, линейка новогодняя, рождественская. Вот такие гели для душа показывала вам в пустышках. Так была рада, что закончу, больше нету. Ага, не тут-то было. Оказывается, есть у меня еще два геля. Это апельсин в шоколаде и лакомая ежевика. И посмотрите просто, что с ними стало. При том, при всем, что со сроком годности все у них в порядке. Поэтому, не знаю, наверное, в феврале уже возьму их в уход. И еще вот такой гель для душа. Это ягодная фантазия. Вот с ним как раз-таки, посмотрите, ничего абсолютно не произошло. Так что я думаю, это вот именно вот в этих вот гелях лакомая ежевика, да, и апельсин в шоколаде в лимитках. Что-то они там не то нахимичили, потому что другие гели от компании Yves Rocher вот такого не делают. Так, далее гель для душа и ванны кофе компании Yves Rocher. Так, вот такая у меня новиночка. Овес и гречиха гель. Так, это, по-моему, прошлогодняя лимитированная коллекция «Сочные ягоды». Так, манго и кориандр. Это постоянная их линейка. Вот такая новинка. Давайте название читать не буду. Может быть, Войлы, Дор или... В общем, ладно, давайте не буду. Ну вот, я вам показывала в покупках. Вместе с водичкой парфюмированной покупала его. Далее гель для душа, это этого года лимитированная коллекция, зимние пряности. Так, и также этого года это морозное личи. Так, что-то мне так все отсвечивает, вот, морозное личи. Так, далее
морские водоросли и морской фенхель. Бурбонская ваниль. Потом май ванила гарден. Тоже там какой-то аромат ванили. Так, по-моему, ракитник или, возможно, ракитник и вереск. Или вереск. Исправьте, пожалуйста, если вдруг неправильно произношу. И лимон и базилик. Все, девчонки, это все мои гели для душа. Больше у меня гелей нет. И сейчас давайте посмотрим с вами все, что у меня осталось. Это какие-то скрабы для тела, пены, увлажнялки и так далее. Итак, пены для ванны. Первая у меня от марки Avon, зеленое яблоко в объеме 500 мл. Далее от компании Faberlic линейка Uma детская. Так, это пена, которая меняет цвет с ароматом синий, тропический океан, в общем, как-то так. Вот, так что вот такая пена тоже есть. Пена для ванн Organic Shop, клубника со сливками. И Avon спелый арбуз. Далее скрабы для тела. Первый скраб от марки Комплимент, апельсиновый для упругой кожи, масло апельсина, лимона и индийская корица. Здесь у меня объем 400 мл. Я на Валберес покупала. Далее от марки Синергетик, натуральный сахарный скраб для тела, кокос и масло макадамии. Вот такой скраб я получала в подарок от Мариночки. Большое спасибо. Не знаю, что за марка. И это у нас аромат карамель. 200 мл. И еще два скрабика для тела от компании Faberlic из линейки Beauty Cafe. Это лаймовый сорбет и клубничный макарон. Вот, клубничный макарон — это новинка, как я раньше уже говорила. Еще у меня есть от компании Faberlic из линейки Dream Therapy расслабляющее крем-масло для душа. Также у меня есть парашют. Это кокосовое масло натуральное. В общем-то, его можно использовать и для волос, и для тела. И, в общем, куда только хотите, но... Я так и не знала, к какой категории его отнести, потому что можно и на волосы, и на лицо, и на тело. Но решила, что, наверное, в уходе за телом я его оставлю, и, скорее всего, на тело буду использовать. А дальше, также для принятия ванны у меня есть эфирное масло сосны. Тоже в запасике стоит. А касаемо каких-то дезиков, спреев, у меня ничего абсолютно нет. Ни роликов, ни спреев, ничего. И у меня вот один гель, ой, не гель, а, господи, дезик. Мне прислала его Маришка, большущая тебе спасибо, как раз вот возьму в использование, когда у меня закончится мой в виде спрея. Опять-таки, это тоже подарок от Маришки. Вот Oriflame, Activale, Comfort. Вот, я, конечно, роликовые такие, шариковые люблю использовать летом, потому что как-то зимой, весной не очень люблю, все это долго сохнет. Вот, но пока ничего не приобрела, буду пользоваться этим. Так, дальше спрейчики для тела. Тоже у меня как-то раньше, мне кажется, гораздо больше было. У меня один единственный мой в запасе. Это Faberlic Витамания, арбуз и дыня. И один я получила в подарок от Мариночки. Большое спасибо. Тоже еще скотч не удаляла. Avon Senses. Прекрасные моменты. Спрей для тела с ароматом розового пиона и магнолии. Для меня это новинка. Так, и увлажнялки для тела. Начну я вот с такой вот большой банки. Хочу взять ее, наверное, в феврале уже, чтобы за 2 месяца как раз таки использовать. Крем для рук и тела, вишневый штрудель. Заказывала на Валберес, здесь 500 грамм. Вот, так что буду пользоваться.
еще из увлажнялок с помпой, это у меня что, лосьон же, да? А, это молочко для тела, манго и кориандр от компании и Фреше. Извиняюсь, в горло першит. Так, и еще три увлажнялки. Это Мэри Берри молочко для тела, Organic Kitchen. Далее увлажняющее молочко для тела Organic Kitchen с манго. И молочко для тела лимонная меренга, тоже от марки Organic Kitchen. Девчонки, это и вся моя уходовая косметика для ухода за телом. И давайте теперь посчитаем, сколько у меня всего. Я, как и в прошлом ролике, да, в уходе за волосами, продукты, да, которые я показывала для ухода за волосами. Вот, я там считала за 22 год, сколько было, сколько стало в 23 и какой итог мы имеем в 24. То есть заканчивается что-то, да, чего-то меньше остается, чего-то больше. Давайте же посмотрим, сократились мои запасы или наоборот увеличились. Итак, 22 год. Гели для душа от марки Avon было 17 штук, в 23 году 32 и в 24 году 28. То есть видно, да, что количество у меня сначала то маленькое было, потом увеличилось, и вот немножечко оно у меня сократилось на 4 штуки. Далее, компания Faberlic, 22 год, гелий 27, в 23 году 34, а в этом году уже 43. Дальше, компания Bio-C, в 22 году было 2, в 23 одна штука, и в этом году тоже у меня один гель. Далее, компания Fa. В 22-м 6 штук, в 23-м 8, и в этом году, в 24-м, опять же таки 6 штук. Компания Yves Rocher. В 22-м году у меня было 5 штук гелей, в 23-м количество увеличилось до 14 штук, а в 24-м году уже 17. Марка Palmolive. В 22-м году у меня было 3 геля, в 23-м 1, и в 24-м был бы 1, но мне Маришка прислала подарок, поэтому получается в этом году уже 2. Марка L'Appetit Marseillais, в 22-м году был 1 гель, в 23-м 1 гель, и в этом году, в 24-м, тоже 1 гель. Марка Dove. В 22-м году у меня был 1 гель, в 23-м 3 геля и в 24-м также 3. Марка Isana. В 22-м году у меня этого геля не было, появился только в 23-м. И в 23-м был 1 и также в 24-м году тоже 1. Марка Axe. В 23-м году 1, в 22-м не было, а в этом году уже 4 штуки. От марки Mixit в прошлом году у меня был 1 и в этом году тоже 1. От марки Nivea в прошлом году было 3 штуки, в этом году тоже 3 штуки. Марка 7 дней получается, да, 7 days. В общем, в прошлом году в 23-м был 1 гель, в этом году тоже 1 гель. Марка Delicare в прошлом году 1, в этом году 2. Космия в прошлом году 1, в этом году тоже 1. Марка Dolce Milk в прошлом году был 1 гель, в этом году 4. Марка Balea в прошлом году не было, в этом году 3 штуки. Чистая линия 2 штуки, в прошлом году тоже не было. Кафе Мими 2 штуки. Organic Kitchen 3 штуки. Марка Joanna в прошлом году тоже не было, а в этом году 5 штук. Далее масло Парашют 1 штука.
Пена для ванны. Я считаю вот сразу, да, общее количество, не делю на какие-то марки. В прошлом году, так, в прошлом году пен, бомбочек и соли, в общем, общее количество было 7 штук. А в этом году всего 4 пены для ванны, ни бомбочек, ни соли, нет ничего. Далее скрабы для тела. В прошлом году у меня их было один. В позапрошлом году тоже один. И в этом году уже, получается, у меня 5 штук. Получается 4 своих. И плюс один я получила в подарок от Маришки. А, кстати, в 22-м году пен, бомбочек и соли для ванны было 9 штук. Касаемо различных увлажнялок для тела, кремы, лосьоны, баттеры, в 22-м году было 12 штук, в 23-м году 17 штук, и в этом году, в 2024-м, всего 5 штук общее количество. Далее различные дезики. Спреи шариковые. В 22-м году было 8 штук. В 23-м было 2 штуки всего спреи. И в этом году у меня всего лишь один шариковый. Вот, получается, остался. Одно эфирное масло у меня есть. Спрей для тела. В 22-м году было 6 штук, в 23-м 3 штуки, и в этом году всего 2 штуки. Вернее, 2 штуки, получается, один свой и один я получила в подарок от Мариночки. Девчонки, вот такое видео у меня получилось. Это вторая часть моих запасов уходовой косметики, продукты за телом, в общем, для ухода. Кому этот ролик понравился, обязательно ставьте пальчики вверх, а также подписывайтесь на мои каналы YouTube, Telegram, канал Яндекс.Дзен. Как всегда, я оставляю все ссылочки в описании под роликом. Также пишите, какие продукты вы пробовали, что вам понравилось, что не очень. Я с большим удовольствием почитаю ваше мнение, а также пообщаюсь с вами в комментариях. Как и всегда, я желаю всем хорошего настроения, отличного дня. Спасибо за ваши лайки, комментарии, подписку. И всем пока-пока.